Индивидуальные предприниматели сегодня широко представлены в структуре системы занятости. И это оправдано, ведь их деятельность не ограничена большим документооборотом, и достаточно долго для этой категории сохранялась стабильная система оплаты налогов. Очередной год принес ряд принципиальных нововведений, и многие поспешили в налоговые органы по месту постановки на учет, чтобы получить консультацию и рекомендацию по своему виду деятельности. Сейчас же меняются с упрощенки, там вот сейчас 6, с 5% на 16%. Вот, соответственно, годовой отчет и по годовому отчету пришел сюда уточнить. Так, например, среди принципиальных новшеств стоит отметить следующее. Вносятся изменения, которыми корректируется порядок исчисления и уплаты налога при упрощенной системе налогообложения. Теперь ее не вправе использовать индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги, за исключением некоторых категорий. Для индивидуальных предпринимателей в прошлом году, которые применяли упрощенную систему налогообложения по многим видам деятельности, установлен запрет. Исключение составляет это такие виды деятельности, как туристический, бизнес, деятельность в области медицины, деятельность в области транспорта, программное обеспечение, а также общественное питание. Вот эти виды деятельности попали в исключение и продолжают применять упрощенную систему в новом 2022 году. Да, декларации по итогу в 2021 году индивидуальные предприниматели подавали еще по старой системе расчета. В 2022 она изменится, как изменится и процентная ставка. Например, 16% для индивидуальных предпринимателей, не входящих в категорию, для которой сделано исключение. Однако исчисляться она будет согласно утвержденному механизму. Наиболее удобную форму плательщик определяет для себя сам. Индивидуальные предприниматели, которые не вправе в 2022 году применять упрощенную систему налогообложения, как правило, в большинстве случаев выходят на общую систему налогообложения. Это уплата подоходного налога. Возникает много вопросов, особенно у нас в отделе консультаций, именно сам механизм расчета этого налога. Мы стараемся разъяснить и в доходчивой форме объяснить, что есть выход, то есть это не проблема для индивидуальных предпринимателей. Да, ставка пугает, она в настоящий момент составляет 16%, и сам принцип расчета налога – доход минус расход. Расходы могут быть документально подтвержденные, либо взять 20% от суммы доходов, не документально подтвержденных. Поэтому наша задача – объяснить плательщику, как правильно посчитать налог и в какая ждет его налоговая нагрузка уже в новом 2022 году. Ответить на все возникающие вопросы всегда готовы специалисты налоговых органов по месту постановки на учет. Здесь же разъяснят механизм заполнения новой декларации и практику расчета налогов.